Проблема безопасности дорожного движения на сегодняшний день остается актуальной. Количество нарушений и жертв растет. Особенно это касается правил переезда железнодорожных путей. 24 декабря госавтоинспекторы Кашхабского района совместно с сотрудниками Белореченской дистанции пути и ротой ДПС провели в Кашхабском сельском поселении профилактическую акцию «Внимание! Железнодорожный переезд». Целью этой акции является предупреждение аварийности. Статистика такова, что за 2019 год на сети железных дорог произошло 222 ДТП. В них пострадало 126 человек. Из этих 126 человек 30 со смертельным исходом. Но вызывает тревогу тот факт, что увеличилось количество ДТП с пассажирскими и пригородными поездами. В этом году из этих 222 ДТП 55 произошли именно с пассажирскими и пригородными поездами. В основном ДТП происходит по вине водителей транспортных средств, которые грубо игнорируют правила дорожного движения, а именно в части игнорируют показания автоматической переездной сигнализации, обижают шлагбаумы и выезжают на проезжую часть железнодорожного переезда. Сегодняшней акцией в преддверии праздников руководство Кашихабльского ГИБДД и администрации Белореченской дистанции пути хотим провести вот эту акцию, еще раз привлечь внимание водителей, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, проезжая через железнодорожные переезды. Тем самым они свою жизнь сохранят и жизнь людей, пассажиров, которые не то что в машине у них едут, а еще те, которые едут в пассажирских поездах. Я вот в руках держу такую вот памяточку. Это случай произошел 1 июня в Шэньчжи, на перегоне Шэньчжи и НМ-2, где грузовой автомобиль МАН въехал в пассажирский поезд. Это благодаря случайности, что слаженной работе работников транспорта железнодорожного, которые успели эвакуировать людей с пассажирских вагонов. Состав железнодорожный загорелся с ударением. Видите, что осталось от грузовой машины? Ничего от нее не осталось. Потому, выезжая на дороге, мы призываем владельцев автомобильного транспорта: соблюдайте правила дорожного движения и возвращайтесь домой живыми и здоровыми. В ходе мероприятия водителей транспортных средств призвали соблюдать правила дорожного движения, а также проявлять повышенную внимательность при пересечении железнодорожных переездов. Акция проходит «Внимание! Железнодорожный переезд». Возьмите, пожалуйста, вот такой вот сувенирчик для вас. Ну, пригодится, может быть. Акция какая? Новогодние праздники. Поедете там друзьям, родственникам. Соблюдайте правила дорожного движения, пересекая через дорожный переезд. Вот я памяточку вам дам. Это событие, которое произошло в Шэньчжи в этом году, в Адыгее. Это машина въехала в пассажирский поезд. Сгорело первых два пассажирских вагона. Вина водителя полностью. Выехал под запрещающее показание светофорной сигнализации. Произошло столкновение. Чисто случайность, никто не пострадал. Спасибо большое. С наступающим вас. Выезжая на дорогу, помните, что, соблюдая правила дорожного движения, проезжая через железнодорожный переезд, не игнорируйте показания светофорной сигнализации, остановитесь и будьте живы и здоровы. Также участникам дорожного движения напомнили, что выезд на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме, запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, является нарушением, за которое предусмотрена ответственность в виде административного штрафа, либо лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Всего с водителями проведено 26 профилактических бесед, роздано 26 листовок с надлежащими рекомендациями. Такое внимание к проблеме безопасности на переездах не случайно. Ежегодно увеличивается количество столкновений автотранспортных средств с поездами. Гибнут люди, наносится значительный материальный ущерб. Уважаемые водители, не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах и в районе переезда, опасности. От вас зависит благополучие родных и близких. Сэкономив минуты, вы можете сделать несчастными сотни людей. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района.